Песня называется «Огурчики». Помогайте! Запогодились весенние деньки, к матушке природе подтянулись мужики. Хрустнули огурчиком, занялся разговор, где какие слухи и кто кого утер. Главное в дискуссии не к сути подойти, важно до контузии друзей не довести. Нету двух товарищей на цвет со вкусом, но кое в чем пока еще мы точно заодно. И механик, и таксист, и заслуженный артист, токарь, пекарь, и аптекарь, и морской артиллерист, и девица, и вдова, и замужняя едва. Любят это дело, ну чего скрывать? Любят это дело, ну чего скрывать? А когда сомнение, мол, быть или не быть, в нужном направлении себя определить, выдохнуть, расслабиться, собраться, поднажать еще немного, дабы друга поддержать. Вот и получается, откуда ни взгляни, все бросай, но в праздники с друзьями отдохни. Хрустнули огурчики веселый позывной, всякому понятный и для каждого родной. И механик, и таксист, и заслуженный артист, токарь, пекарь, и аптекарь, и морской артиллерист, и девица, и вдова, и замужняя едва. Любят это дело, ну чего скрывать? Шансон ТВ и радио Шансон представляют международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске. 19 июля. Летний амфитеатр. Звезды Шансон ТВ в праздничном концерте. Александр Новиков, Катерина Голицына, Валерий Курас, Сергей Любавин, Дмитрий Хмелев, Игорь Слуцкий, Михаил Бублик, Александр Ламинский, Любовь Шипилова, Павел Кашин, Денис Майданов, Афина, Владимир Ухтинский, Сергей Куприк, Леонид Телешев, Александр Маршал, Сергей Рыбачев, Рустам Штар, группа «Две луны», Александр Кальянов. Начало в 10 вечера. До встречи 19 июля в Витебске.